Эдуард Успенский будет судиться с камышловскими предпринимателями. Они обратили Матроскина в трудовое рабство. Теперь кот не только ведет хозяйство, но еще и рекламирует верхнюю одежду. На что детский писатель не давал своего согласия. На уральских бизнесменов подали в суд. В скандальном ролике вместо знаменитой фразы про корову кот предлагает сделать покупку в камышловском магазине верхней одежды и получить пальто в подарок. Неизвестно, насколько реклама оказалась эффективной среди покупателей, но вот представители Эдуарда Успенского, обнаружив ролик в сети, обратили на него пристальное внимание. Креативные бизнесмены оказались не такими многословными, как Матроскин, и от комментариев отказались. Правда, представители известного детского писателя рекламу признали контрафактной и теперь готовы судиться с уральским предпринимателем. Меня радует, что кто-то использует моих героев, это очень хорошо. Но, безусловно, если кто-то берет героев для рекламы, он должен рассчитываться с теми, кто придумал эти герои. Этим будет заниматься мой продюсер. Наверняка даже он будет продавать в суд.